Знаете ли вы где? В Петропавловске, улица Красногвардейская. Я живу почти 40 лет на Камчатке, но до сегодняшнего дня не знал этого. Привет! Это Камчатка с Александром Петровым. Сегодня последний, 7-й день моего недельного видеомарафона «Влоги каждый день». Неделю подряд ежедневно я выпускал свои видеодневнички. Я сделал все, что мог. Вчера один из моих зрителей в комментарии попросил меня снять улицу Красногвардейскую. Я о такой улице даже не слыхал. Я знал улицу Красноармейскую, знаю улицу Красноармейскую, но запустимши на тель-Афоне программу «Тугис», я обнаружил, что улица Красногвардейская в Петропавловске тоже есть. Вот она, я сейчас на ней стою. Она находится чуть выше улицы Пограничной и идет в сторону Петровского хребта. Улица Красногвардейская застроена исключительно частными домами. Я так понимаю, что зародилась она в конце 40-х и в 50-е годы прошлого века. Теперь на этой улице часть домов старых, часть домов обновленных, выстроенных заново и принадлежащих, судя по архитектуре, не самым бедным людям. Ну ладно, дело не в том. Я же не полезу в чужие карманы интересоваться. Дело в другом. Дело в том, что я нашел в Петропавловске неизвестную мне улицу, поднял в небо летающий фотоаппарат для того, чтобы по просьбе зрителя моего канала показать эту самую улицу. Смотрите, вот она. Thank you.
спускаюсь вниз в сторону улицы Пограничной. Домов на Красногвардейской очень немного. Сегодняшний видеодневничок получился каким-то выполнением зрительских заявок. Сначала я показал улицу Красногвардейскую, которую вы только что увидали. Вторая заявка – показать район Халактырки. И едущий в свою деревню, я специально уже ближе к вечеру остановился возле бывшего Халактырского аэропорта, поднял в воздух летающий фотоаппарат и снимал район этого самого бывшего аэропорта. Кстати, сейчас там находится только вертолетная площадка, на которой базируются два милицейских геликоптера. Впрочем, смотрите сами. Вот вам район Халактырки. Вот и заканчивается последний седьмой день
моего недельного ежедневного видеодневничка. Влоги каждый день, так сказал я 7 дней назад, и сегодня этот самый недельный марафон подошел к концу. Я показал вам улицу Красногвардейскую, о которой я узнал только вчера, а сегодня увидел на карте, где она находится. Я показал вам район Халактырского аэропорта. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится, смотрите моими глазами на Камчатку. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, пишите внизу под роликом, вон там, вон, комментарии. Потому как я хочу знать, что вы думаете, глядячи мои видеодневнички. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам сразу не стало скучно, и вы не закрыли вкладку вашего так называемого браузера, ежели вы хотите и в дальнейшем смотреть мои ролики, то сейчас в правом нижнем углу кадра появится подсказка, выполнив которую, вы не будете пропускать новые выпуски моего видеодневничка. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам рекомендует. Сделали? Кнопочка подписаться из красной стала светло-серой, и в ней появились слова «Вы подписаны». Колокольчик вы тоже нажали. Замечательно, аплодирую вам. До свидания.